Всем привет! Сегодня я хотел вам представить обзор на модель от компании ICM. Модель под номером 48264. Это у нас Е111H20. Первое, что мы видим, красочный красивый боксар. Далее. Так, у нас коробка из плотного картона. В ней у нас пакет с ледниками. Коробка, скажу, здоровущая. Наполнены ледниками. Здесь у нас аж два пакета. Хотя компания ICM часто делает так, что в одном пакете как бы у них ледники. Ну, тут у нас два пакета. Инструкция, декаль. Декаль выполнена на бумаге. На новый, который прекрасно приклеивается, каких-либо не доставляет проблем. Далее инструкция у нас выполнена в виде журнала формата А4, первый лист глянцевый, все последующие листы матовые. Я вам сейчас покажу краски в палитре Revoctomia, которые компания ICM предлагает окрашивать данную модель. На первом у нас развороте показаны ледники. Красным показываются детали, которые не используются при постройке данной модели. Тут достаточно большое количество, потому что разные модификации. То есть, как правило, это унифицированная форма. Но в зависимости от того, какая модель, уже показано, какие детали не используются при сборке. И как бы получается абсолютно другая модификация. Вообще еще хочу обратить внимание на инструкцию, что она очень подробная. Все показано четко. Все где, что, как. Поэтому данная модель будет как начинающему моделисту, так и опытному подойдет. Кстати, судя по всему, здесь очень проработан, насколько я помню, двигателя, и данную модель можно будет сделать раскапотированной. Это очень прикольно смотрится. Инструкция большая, подробная. Установка бомб. И вот у нас окончательная 3D модель. И здесь у нас уже даны декали, куда что клеится, и варианты окраски. Нам даны 4 варианта. Это у нас 44-й год, Крым 43-й год, Польша 44-й год и Берлин 45-й год. Далее, давайте к нашим ледникам. Первый пакет с ледниками. Тут у нас... Давайте смотреть. Так, на данном леднике у нас присутствует расшивка глубокая, четкая. Также имеется имитация клепки. Каких-либо дефектов на данном леднике не обнаружено. Толкатели на внутренних частях элементов. Далее следующие два пакета ледника, они, я так понимаю, идентичны. Да. Здесь у нас присутствуют мелкие детали, которые пролиты очень хорошо, без каких-либо дефектов. Дальше еще раз ледник. Так, упал.
очень много. Далее следующий ледник. Тут на данном леднике присутствует большое количество мелких. И они все довольно сложной формы. Все они прилиты четко, без каких-либо дефектов. Наверное, одно из самых интересных моментов — это остекление. Компания Siemens всегда четко, всегда понятно, видно все через него. А вот данная модель, оно просто огромное. Тут я вам скажу, при сборке уделите внимание внутренним частям элементов, потому что через остекление будет все-все видно. Да, как я и сказал, остекление все четко, текст читается без каких-либо искажений. Вот у нас получается три больших ледника. Ну, прям как аквариум, там вообще все в стеклах. Прикольная вообще модель. Мне еще Хеншин нравится очень. Вот такая модель. Очень интересная. Самолет. Так, дальше еще одно крыло. Ну, как и на том, я вам скажу то же самое. Тут у нас расшивка глубокая, имитация присутствует в клепке. Каких-либо дефектов не было. Так, и еще один момент. Так, дайте эту мелочевочку сюда. Так, фюзеляж. Тут у нас также присутствует расшивка, имитация клепки. Прошивка четкая, глубокая. Дальше, что сказать. Небольшая имитация внутреннего пространства самолета. При сборке там будет еще много всего. Да, класс. Дефектов не обнаружено. Дальше два ледника. Это у нас шасси, винты. Шасси выполнено у нас не единой деталью, а из двух половинок. Тут все, имитация протектора, все гаечки, все видно. Также дефектов не обнаружено. Следующий у нас ледник. Так. Множество и мелкие, и крупные детали. Каких-либо дефектов, я тебе скажу, не обнаружено. Все отлично. Все хорошо и чистенько. Так, дальше следующее. Расшивка глубокая. Так, это, так понимаю, заднее колесо, заднее шасси, оно выполнено единой деталью со стойкой. Больше каких-либо дефектов не нужно. И еще один. Ну, точнее, не один, и два, но... Они абсолютно идентичны, поэтому покажу один ледник. Это у нас тут двигатель, также шасси. Как я вам говорил, набор унифицирован, то есть в одной наборе у нас получается несколько модификаций. Но если собирать по инструкции, вы получите именно модель H20. Там надо четко знать, какие детали нужно креплять, потому что вот в данный момент могу показать, что еще одно шасси дано. В прошлом леднике тоже было шасси. Нужно смотреть, какие... устанавливать внимательно. Большое количество мелких деталей, каких-либо дефектов не обнаружено. Вот и закончу наш обзор. Хотел бы остановиться на том, что если вы собираете авиацию в 48 масштабе, то я считаю, эта модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.